Ну что, пошли послушаем вечерний концерт. Я тут поливал. Жарко. Вот сосенки поливал и опрыскивал их. Даже вот те туйки поливал, потому что жара 38. Ну и слышу, наши друзья распелись. Пойдем, Мартик, погоняем их. Что это они тут? Утренние концерты, эти вечернейшие. Они что, на закат и на восход, что ли? Пойдем разберемся. Смотрите, что творится. А тебя не пустим. Ты потом плохой на выход. Все, сиди. Не пустим, принципиально. Вот как ты ко мне, так и я к тебе. Кричу, Лирик, Лирик, пошел, зашизил туда и все. И этого Лирика днем с огнем. Не слышим. Если Марсика я крикну и Мирочку, они сразу бегут. А ты нет, ты, дорогой, вышел из доверия. Иди в свою будку безопасности. Ты сегодня 5 раз был и 7 раз заплывал. Понял? Пошел в обход. Туда, в ворота. Вот хитромудрый. Марсинчик, ну что это такое? Пошли. Слышите? А потом они угомонятся. Ночью нет, не будет. О, слышите? Они меня услышали, что я подошел. Это шум, знаете, что? Крылья. Бьются об листья. Сейчас туда пойдем. Любят они это место. Вон, смотрите. Видите, сколько их? Целая туча. Так они здесь не живут. Они сюда приезжают. Приезжают. О, ого. Они сюда прилетают. У них или собрание здесь. Или что? Ну-ка. Вот они. Или какой молебень у них тут. Не знаю, почему они сюда именно облюбовали это место. Может, они тут обряд какой совершают. Слышали, как они крыльями бьют? Аж такой грохот стоит. Как, знаете, это самолет летит, винт работает. Бррр. Вот так и тут. А тут много маленьких самолетиков. Не понравилось им. А это что туда-сюда? Чё ты? Что ты? Что у ней на уме, у этой Мирки? Вы видите, она же постоянно, как пуля, пролетит, потом обратно. А вот видите, ленкоранская акация. Смотрите, цветочки. А? Ну как тут пройти мимо? Вечером. Листики закрылись, а цветочки не закрываются. Сегодня работы много сделали, посадили 6 кустов. Голубики, а какой закат красивый, гляньте. Иду, иду. Иду. Вот вечером цветы тоже необычно смотрятся, видите? Вечернее видео, оно тоже своеобразно. Вот сейчас, может быть, даже удастся цветочек увидеть. Вот сейчас я аллея ленкоранских акаций. Смотрите, видите, как листики сжались все? Они стали... Помните, я снимал вот эту же картину? А теперь она по-другому выглядит. Теперь каждый листик, вот он какой стал. Я раньше думал, знаете, когда не знал об этой особенности ленкоранской акации, я думал, что она засохла. Перепугался. Ну, посадил, а вечером пришел, а листики вот такие. Думаю, ну все, пропало.
моя ленкоранская. Пошел расстроенный. А утром прихожу, она опять распустилась. Ура! Вот здесь тоже они. Здесь их меньше. Видимо, здесь филиал. А там у них база основная. Если Мирка когда-нибудь меня зацепит, она меня собьет с ног. Так, пойдем же посмотрим зеленую эту розочку. Здесь она. Вот. Подсохла. А вот она. Видите? Вот такая зеленая розочка. А вот еще зеленее. Вообще зеленая. Это что-то темно. Вот так. Яркости добавлю. Ну, что? Пройду. Вот цветочки. Здесь у нас, видите, спрятались в грушах. Вот они, груши, а вот цветочки спрятались. Что это? И тут реактивный снаряд пролетел. Вот какие цвета насыщенные, да, вечером? Своя прелесть у вечернего видео. Вот. Утром снял, а теперь вечером. Вон еще черешни сколько. И вот еще черешни много. Дима собирается ехать к Гале, дочери. Придут, пособирают. И вот у нас еще плоды, видите? Вот я забываю, как это дерево называется. Может быть, Людмила Морозова подскажет мне. Мирка, вон, видите, дербанит черешни. Это у нее после ужина. Еще и лапой помогает. Понаблюдая за ней. Видите? Держись, черешня. Мирка пришла.